Добрый вечер. В эфире «Импульс Севера» в студии Милана Федорова. В России стартовали трехдневные выборы. В 15 субъектах выбирают глав регионов, 6 парламентариев, законодательное собрание. Новоуренгойцы отправятся на избирательные участки 11 сентября. Нам предстоит выбрать депутатов городской и Тюменской областной думы. Однако не на всех участках жители получат 2 бюллетеня. Голосовать за местных депутатов на дополнительных выборах будет только 2-й многомандатный округ. Это новоуренгойцы, проживающие в южной части города. Депутатов городской думы у нас будут избираться на избирательных участках, которые расположены в школах «Земля родная», в школе номер 5, в деловом центре «Ямал», в Академии талантов, бывший Дом творчества, может быть, горожанам так удобнее будет идентифицировать, в школе номер 7 и в нашем ГДК «Октябрь». Все те новоуренгойцы, кто голосует на этих избирательных участках, в день голосования получат не только избирательный бюллетень по выборам депутатов Тюменской областной думы, а получат еще и бюллетень по дополнительным выборам депутатов городской думы. Новоуренгойцам предстоит выбрать не только депутатов в местную Тюменскую думу, но и проекты, которые сделают наш город лучше. Сегодня на портале «Живем на севере.рф» стартовало онлайн-голосование за инициативы, предложенные горожанами для реализации в следующем году. На портале также пройдет викторина. Тем, кто не дружит с гаджетами, помогут волонтеры. Они уже работают в крупных торговых центрах. С ними пообщалась Юлия Шаркова. Проголосовать за одну из 9 понравившихся инициатив можно в разделе «Уютный Ямал». Но если вдруг у вас нет доступа в интернет или вам просто захотелось обычного человеческого общения, тогда это можно сделать при помощи волонтеров. Встретить их можно будет в одном из 3 городских торговых центров. Это «Гудзон», где мы сейчас находимся, «Солнечный» и торговый центр «Проспект». Прямо сейчас пообщаемся с куратором волонтеров. Богдан, здравствуйте. Расскажите, что же можно будет сделать вот человеку, который пришел в торговый центр и решил пообщаться с волонтерами. Здравствуйте. Волонтеры «Уютного Ямала» расскажут подробно о инициативах, которые будут реализованы в следующем году, помогут им авторизоваться и пройти голосование за объекты. Также они могут принять участие в викторине и выиграть ценные призы. Если у человека нет с собой телефона, он может сделать это через ваш планшет? Да, они это смогут сделать через планшет волонтеров. Также, если, например, я не знаю, да, какие инициативы представлены, я могу с ними здесь же через волонтеров ознакомиться. Да, они подробно расскажут о инициативах и о месте их реализации. После голосования за территории будет предложено пройти викторину. Вопросы очень легкие, каждый сможет на нее ответить. По окончанию можно будет получить призы или баллы. Баллы можно будет обменять на сайте на сувениры. То есть на сайте «Живем на севере». Да, на сайте «Живем на севере». Ну что, друзья, мы приглашаем всех вас в торговые центры, если вдруг вы не можете пройти голосование онлайн, с 9 по 11, да, число? Да, 3 дня, с 9 по 11 число, целый день волонтеры будут в торговых центрах. В этом году в рамках «Уютного Ямала» жители округа представили 191 проект, 9 из них – инициативы новоуренгойцев. В газовой столице самым молодым участником оказался 16-летний Алексей Кушнаренко. С каким предложением выступил подросток и почему его заботят совсем не свойственные для школьника проблемы, я узнала из первых уст. Смотрим. Я родилась, выросла и работаю здесь, на Ямале. Теперь хочу рассказать вам о таких же, как я, рожденных в Арктике. Что это за феномен такой ребенок Ямала? Что отличает их от других? Это упорство, это большой труд. У нас регион достаточно много делает для того, чтобы развивалось детское движение, да, которое и сейчас будет новое, и для того, чтобы дети могли самореализоваться. В свои 16 лет Алексей нашел себя в общественной жизни. В школе он президент, на улице – активист. Закончили занятия, я иду к заместителю директора по воспитательной работе или к координатору ученического самоуправления. То есть мы разрабатываем дальнейший план развития самоуправления. Я домой не ухожу сразу. Я здесь остаюсь, бывает до 6, бывает позже. Летние каникулы пролетели примерно в таком же ритме. В июне Леша учился в Сириусе, вдохновился и начал создавать. На этот раз не реформу самоуправления, а проект благоустройства детской площадки для «Уютного Ямала». Это
очень важный для меня проект, потому что, вернувшись в этот город, если мои дети могут играть на площадке, которую я сам же, так сказать, инициировал. То есть мы же сами хотим гулять в красивых парках, да, в красивых скверах. И почему бы не подать инициативу, чтобы, может быть, это быстрее как-то реализовалось? Алексей – самый молодой новоуренгоец, предложивший идею благоустройства территории для проекта «Уютный Ямал». И заботит мальчика в его возрасте не игры и развлечения, а комфорт горожан. Проекты же предоставляло не маленькое количество людей, да, и у тебя взрослые, конкуренты. Тяжело было соперничать? Нет, честно, нет. Потому что я первый, кто подал инициативу, я первый, кто принес готовый проект, первый, кто принес все готовые бумажки, поэтому... Раз я был там первый, то, думаю, голосование тоже буду первым. Не боятся ни конкуренции, ни общения с первыми лицами. Такие они, ямальские дети. На встрече Дмитрия Артюхова с жителями Леша дольше всех тянул руку, периодически даже подпрыгивая от нетерпения. Твой вопрос был о том, не планируется ли открыть вузы у нас в регионе. Почему именно такой вопрос? Почему тебя это волнует? Я люблю свою малую родину, люблю Ямал, люблю город Новый Уренгой. И в дальнейшем хочу приехать сюда, вернуться в этот регион. И думал, может быть, если у нас будет здесь институт, то можно вообще не уезжать. Но губернатор дал понять то, что более качественное образование можно получить в ведущих вузах страны. Алексей прислушался к совету губернатора и решил в будущем получить образование в университете Санкт-Петербурга. Мальчик планирует стать инженером и первоклассным управленцем. Планы на будущее большие. Вернуться на Ямал. Если у меня получится, то я хочу помогать и передавать свой опыт молодым кадрам. Так какие они, дети Ямала? Бесконечно влюбленные в свою родину, не желающие уезжать, а жаждущие помогать в развитии арктического региона. Милана Федорова, Богдан Жиделев, Сергей Белых, информационное агентство «Импульс Севера». Продолжаем выпуск. Политический сезон стартовал, и рубрика «Фокусе» возвращается на экраны и электронные площадки. Павел Прожогин подготовил обзор событий, важных для города, России и всего мира. Павел, ждем от тебя подробностей. Милана, приветствую. Жизнь прямо бурлит, мир меняется. И это уже не про Толкина с его вымышленным Средиземьем. Речь исключительно о нашей с вами планете. Тут и неиллюзорный энергетический кризис в Старом Свете, и смена политических лидеров и эпохальных фигур в некоторых странах. Много всего, но постараюсь не растекаться, так что начнем. Большим событием стал 7-й Восточный экономический форум. Его тема «На пути к многополярному миру» говорит о многом. Гегемония колыбели демократии явно изжила себя, тут еще оказалось, что русофобия – очень дорогое удовольствие. Больше 10 тысяч санкций, введенных против нас, сработали, но не совсем так, как этого ожидали их авторы. В итоге в Старом Свете к одним энергетический кризис уже пришел, другие с содроганием его ожидают. Ну и экономические потрясения планетарного масштаба приобретают все более отчетливые очертания. Так что мир меняется. Как раз об этом на пленарном заседании форума говорил президент России Владимир Путин. Запад уже не тот, но и не все это готовы там признать. И продолжают навязывать миру свои шулерские правила политических игр. Поэтому большой поворот на восток – это закономерный и продиктованный временем шаг. За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира. И прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств. В общем, разворот на восток – дело тонкое, и ВЭФ – отличная площадка для перенастройки системы. На это потребуется время, но о конкретных результатах уже можно говорить. Да, мы достигли главного, показали недружественным странам, с кем готово работать большинство населения планеты. В экономическом форуме приняло участие 68 государств, в том числе представители стран, которые ввели против нас инфернальные санкции. Но цифры не отражают масштаб, тут интереснее детали. Среди участников Китай и Индия. На эти две страны приходится почти половина населения земного шара. Кроме того, экономика Поднебесной – вторая по номинальному ВВП после США, а в пятилетней перспективе может выйти в лидеры. А там и Индия подтянется.
Если говорить про деньги, то за 3 дня форума подписано 260 соглашений более чем на 3 триллиона рублей. Важное решение для Нового Уренгоя, Ямала и страны было принято в газовой столице. В совещании о развитии добывающей отрасли под председательством вице-премьера Александра Новака приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин, а также замминистра энергетики и газовые генералы Маркелов и Михельсон. Задача – поддержать существующую полку добычи. Это позволит сохранить рабочие места и динамику развития территорий. Решение – нужно разрабатывать залежи, которые пока не используются, в том числе трудноизвлекаемые. Теперь ждем оценку месторождений от Минэнерго и планы развития отрасли и региона. Главное событие в региональной политике – двойные выборы. В частности, новоуренгойцам предстоит определиться с политическими предпочтениями по кандидатам в Тюменскую и городскую думы. Досрочное голосование уже идет на участковых комиссиях. Также отдать свой голос можно будет и на дому. Напомню, городских депутатов выбирают жители южной части Нового Уренгоя. Представителя в Тюменский парламент выбирают все жители газовой столицы и Надымского района. Участки откроются 11 сентября ровно в 8 утра. Политический сезон только стартовал. Уверен, нас ждет еще много интересного, так что будет что рассказать и над чем поразмыслить. Милана. Спасибо, Павел. Еще про Восточный экономический форум 2022. Там было много интересного для Ямала. В частности, губернатор Дмитрий Артюхов обсудил с ректором МФТИ и исполнительным директором научно-технического центра автономной энергетики создание арктической станции «Снежинка». Ей на форуме посвятили отдельный презентационный стенд. Сейчас проект строительства проходит госэкспертизу. Заключение ожидается до конца года. Поскольку тут будет много нестандартных решений, уже сейчас необходимо дополнительное финансирование. Напомню, «Снежинку» создадут в 20 километрах от Харпа, в предгорье массива Райис. Там будут использовать передовые технологии в области производства чистой энергии. Станция будет полностью автономна. Проводить исследования на «Снежинке» смогут ученые со всего мира. Есть вероятность, что в проект войдут Индия и Китай. Если вы стали свидетелем пожара или аварии, увидели из окон дым, стали очевидцем какого-либо несчастного случая или ДТП, немедленно звоните по номеру 112. Вызов с любого телефона бесплатный. 112 – единый номер экстренных служб, доступен круглосуточно. Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день трезвости. В Новоуренгойской ПНД по этому случаю в течение всего дня можно было получить бесплатную анонимную консультацию специалистов, а уже завтра в ТРЦ «Солнечный» будет организован уголок здоровья. Специалисты диспансера, наркологи и психологи будут консультировать всех желающих, давая советы, как избавиться от зависимости, в том числе и родственников человека с алкоголизмом. Консультация будет полностью анонимной, данные об обратившемся не попадут в базу ПНД. Обратиться и задать все интересующие вопросы, как побороть свою пагубную привычку, как понять, что уже есть зависимость именно алкоголя, а не бытовое пьянство. И наши специалисты и продиагностируют это экспресс-методами и помогут направить граждан, у кого есть эти проблемы, туда, куда нужно, и помогут решить эти вопросы. Алкоголь бьет не только по самому пьющему. Пьяный человек – опасность для окружающих. С начала года сотрудники ГИБДД задержали 200 нетрезвых автолюбителей. Из них 80 отказались от освидетельствования. Также по вине любителей спиртного за 8 месяцев произошло 24 аварии. В 4 случаях пострадали люди. Автоинспекторы напоминают, бороться с нетрезвыми участниками дорожного движения нужно сообща. Просто не быть равнодушным и проявлять гражданскую активность приветствуются. Также за это предусмотрено вознаграждение.
случае, если у граждан есть подозрение, что водитель управляет транспортом в нетрезвом состоянии, граждане могут обратиться в правоохранительные органы по телефону 02 либо 112, либо непосредственно позвонить в дежурную часть отдельной роты дорожно-патрульной службы. Граждане должны сообщить, где движется автомобиль, по какой улице, ну и, естественно, назвать марку, цвет автомобиля и госномер. В случае, если данное сообщение подтверждается, гражданину может быть выплачено денежное вознаграждение в сумме 4000 рублей. Хорошо, что подрастающее поколение делает выбор в сторону здорового образа жизни и экологии. Сотрудники детсада «Непоседы» вместе с воспитанниками и родителями решили посадить деревья на своей территории. Инициативу поддержали и представители городской администрации. И тоже внесли свою лепту в озеленение детсада. Подробности в сюжете. Нашему саду, он достаточно молодой, ему 7 лет, и вы сами видите, как бы хочется, чтобы он был еще краше, вот, и радовал наших детей, поэтому вот мы сегодня высадили 60 саженцев, это рябины, большая часть деревьев, лиственницы и шиповник. Об экологии мы постоянно помним и напоминаем детворе и приучаем их к совершенно иной культуре, но при этом учреждения образования, учреждения вообще социальной сферы очень часто проводят акции по благоустройству своих территорий. И если приглашают, то мы с удовольствием в этом принимаем участие, мало того, еще и оказываем содействие. Давай ножкой притопчем. Оп-оп. Вот, молодец. В первую очередь, ну, показываем детям, как нужно себя вести. Я думаю, это, ну, в некоторой степени воспитательный процесс, участвуем. Показываем, как нужно себя вести. Что, ну, рассказывать можно много, нужно показать. Копай землю? А зачем? Ну, чтобы с деревом посадить. Давай. Мил, идем вот здесь отходить. Все, хватит. Или еще? Давай еще, пусть пьет. Молодечка. Родители откликнулись, они всегда, у нас замечательные родители, огромное им спасибо. Любое мероприятие не проходит без них. Вы сами видели сегодня, сколько было родителей, детей. Каждый из них принимал участие. Я уверена, что каждая группа детвора будет поливать деревьев и ухаживать за ними. А когда они будут получать детскую энергию, они обязательно у нас приживутся, будут расти и радовать нас. А дети постарше встретились на образовательном форуме «Траектория развития НУР». Площадкой для его проведения стала 17-я школа. На протяжении 3 часов ребята обменивались идеями и делились опытом друг с другом и педагогами. Цель форума – помочь подрастающему поколению найти дело по душе, которое с годами может стать делом всей жизни. В форуме участвовали около 4000 школьников от первоклассников до выпускников, в том числе и воспитанники «Импульс-класса». Ученики корпоративных классов рассказали о своих преимуществах и том, чем интересно их направление. Мы много снимаем, нас обучают монтажу, также есть передачи «Дети-медиа», нас там тоже наша программа выпускается. Мы также общаемся с разными знаменитыми людьми в сфере медиа. Были на встрече также и с Борисом Корчевниковым, и Светлана Зейналова к нам приезжала, также блогер-миллионник Роман Каграманов. Мы
хотим в одном пространстве, таком вот образовательном, предоставить все возможности, которые позволяют ребенку, который ходит в любую школу нашего города, найти дело по душе и обеспечить свое собственное продвижение, свое собственное развитие. Чтобы как-то ориентироваться, мы определили три трека. Это трек интересов, трек лидерства и трек интеллекта. Здесь представлена вся система учреждений дополнительного образования, которые есть у нас в городе. Мы так выстроили работу, что ребенок, который придет познакомиться, может считать информацию, определенный QR-код, прийти, обсудить с родителями и записаться в то или иное объединение. Завтра суббота, а значит, в свет выйдет свежий номер «Правды Севера». Мои коллеги расскажут все о дополнительных выборах депутатов 11 сентября. Из очередного номера газеты вы узнаете, когда новый терминал нашего аэропорта примет первых пассажиров, о чем разговаривали Игорь Бутман и Борис Корчевников с новоуренгойцами на первых ямальских встречах, когда и зачем объединятся все детские и молодежные движения России. Здесь же интервью директора окружного департамента образования Марины Кравец, фоторепортаж с Дня города и рассказ о нулевом километре Нового Уренгоя и других городов страны и мира. Напомню, подписка на «Правду Севера» идет в отделениях Почты России. У нас все новости к этому часу, но не спешите переключаться. Вас ждет афиша самых ярких событий субботы и воскресенья. Веселых вам выходных и до встречи в эфире!